пустоте родится идея. Она станет моим инструментом. Теперь можно творить. Я соберу по кусочкам свой собственный мир. Идея воплощена, но у нее нет души, цвета. Это не то, что я представлял. Но что делает мир живым, если не чувство? Даже случайные капли способны вдохнуть жизнь в мое творение. Мой мир готов. А ваш?